психически больной дочери Любови Успенской поставили диагноз. Скандал с наследницей Любови Успенской обсуждает вся страна. Татьяна Плаксина поделилась новыми шокирующими откровениями. Дочь артистки рассказала об издевательствах в программе «Звезды сошлись» на НТВ. Девушка обвинила звездную мать в своих проблемах со здоровьем. Наследница Любови Успенской заявила, что на шоу она звонила запертая в особняке. По словам Плаксины, певица снова пыталась отправить ее в психушку, сообщает Царьград. Также она призналась, что всю жизнь ее ограничивали для того, чтобы в семье не было никого успешнее Любови Успенской. По словам Татьяны Плаксины, мать отбирала у нее дорогие подарки и травила за внешность. Девушка сообщила, что все началось, когда ей было 12-13 лет. «Тогда я стала кому-то нравиться. Тут она принялась меня мучить, говорить, что я жирная и так далее. У меня развелась анорексия. Она человек без души», — поделилась подробностями страшного диагноза дочь Любови Успенской. Кроме того, Татьяна выразила надежду на поддержку и понимание после эфира. Однако дочь исполнительницы посадили в автомобиль и увезли. Любовь Успенская и ее адвокат Александр Бенкин все сказанные Татьяной Плаксиной опровергают. По их словам, 30-летней девушке поставлен диагноз, а мать считается ее опекуном. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Мальчики любят друг друга. Кравец рассказала о делах в шоу-бизнесе. Душу мне вынимает. Подруга откровенно о появившейся гнили после смерти Фриски. Время не щадит никого. Постаревшая Подольская вызвала разочарование. Тимур Батрутдинов, 19 лет, молчал о внебрачной дочери. И многое другое.